Итак, контент предназначен для 16+. Никому не заходить. 15 лет уже нельзя. Только 16+. Я вас предупредил, смотрите сами. Итак, всем привет. Меня зовут Денис, на канале Фрей Дэвис. Возможно, в будущем, конечно, канал изменится, ну ладно. Название, точнее. Мы играем в петлю времени, продолжаем играть в петлю времени. Мы были у Кольта в квартире. И нам надо сейчас пойти в какой-то командный центр. Ну и, естественно, разорвать петлю времени. Для того, чтобы выбраться с острова, на котором... Не высовывайся. На котором мы застряли. В котором мы помираем, постоянно возрождаемся и всего остального. Так, ладно, побежали. Эх, вспомнить бы все теперь. Что я там... Ой, блядь. Ебать. Да ну нахуй. Ты чё, ты даже так умеешь? А чё у нас? Ага, это нога. А что у нас еще есть? Ага. 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 Не ори, чё ты орёшь? Ой, не то. Во, вот это. Где ты? Ни хрена себе. Что, башка у него слетела? Все? Или не все? Походу все. Где-то еще? А, понятно. Не сюда. Не в этот раз. Себе в другой бункер. Не сейчас. А что такое, я не понял. Не сюда. И не туда пошел, что ли? Так точка там стоит. Как это не сюда? Сюда. Перезарядочка. Жаль, как этой пушки нету снайперского прицела. Я б тут, блядь, шух. Шух бы, что это такое? Открыть появление нового находки. Где? Где новая находка, блядь? Тихо, там, не нервничай. Ебать, я все забыл. Я, наверное, дней 6 назад играл. Для вас это будет не... А, ну тоже где-то так. Да, это хуя... Да, блядь. Сучий потрох. Ага, мне надо вниз попасть. Нормально, подкат. Нихухры-мухры. Опять это я потрачу все на свете. Естественно, не твоя забота. Так, куда мне попасть надо? Ебать, это пиздец какой-то. Я вижу передателя. Уай! Прикрою. Никого. Ты чё там, блин, в конвульсиях выстрелила? О! Тихо. Как же его, сука, глушануть, а? Ебать, аж как ты его глушил? Ёпперес, это вообще что-то еще. О, наконец-таки, сука, вовнутрь. Прям в середку надо его херечить. Пистолет, ружо, это... А, все, больше мне ничего нету. О, фить нахрен. Так, сюда кода мы не знаем. Тут никаких кодов тоже нету. Так, два раза, хопа. Ага, патрончики. Патрончики, это хорошо. Это понятно. Это понятно, что ничего не понятно. О, еще. Сейчас не надо. Надо. Все надо. Че ты вообще не пойму, не таскаешь с собой какой-нибудь. А где-то тут тоже труп валялся. Какую-нибудь. Хватит мне патронов.
себе в другой бункер. А там я знаю точно, что что-то есть. Не тот выход. Ух ты, блядь! Бать меня стремануло. Лучше не шутить. Бать реально я стреманул. Так. Это понятно, что ничего не понятно. Ну, не жадничай. Это понятно. О, бутер. Ладно. Нет, так нет. Другой так другой. Мне и так прекрасно. Великолепно. Пошли. Что у нас здесь? А что у нас тут? А тут у нас ничего. Все найдется внизу. Так а какая разница? Не время купаться. Я не пойму. Я б там бы прошел бы. Ебать, и вышел бы на них. Или нет? Там погружение. Там вниз. Блин, ну как так-то, а? Или может действительно я вышел бы не там? Или все же вышел бы там, где надо? Не понимаю. Подожди, ну как это? Я там вверх побежал. Ой, я там вниз побежал. Ну да, вниз побежал, получается. Ну и вышел бы я нормально, здесь бы. Ой, еще одна. Ой, так, коры. Снайпер. Да? Это... Угу. Так, вот это херутень. Это херутень глушится вот этой херутенью. Где она? Р. О, Р. Я знаю, что я сейчас сделаю. О, патроны. Сейчас я вам, блин, устрою пикник. Ёпта, я обосрался, блин. А где эта коробка? О, коробка. Сейчас, подожди, перехватить надо ее. Годится. Теперь берем, понесли. О-о-о-о. Интересно, если я брошу, она распакуется? Хуй там, блядь, да? Сука. Надо именно ее поставить. Отпустить, удерживая. Ага. Именно надо поставить. Так, а если... Вот здесь вот... Заебись. Огонь, ебать. Уху! Детка. Ох, ебать, откуда она? Нормально, живем. Что, сдохла? Да ладно. Тю. Один патрон. А как ты тут нахуй залез, ебать? Или я тебя проебал? Я, походу, его проебал. Ну ладно. О. Блин, проебал реально. Печально. О. Это на шо?
патроны. А, тут все есть. Это что, пулемет? Угу. 50 патронов. 40 патронов. Ага, пулемет. О, прикольно, хоть прицелиться можно. Ох, ядрить, смотрите. А-а-а, ты чё, блин? Неожиданно-то как-то. Херня ужасная, блядь. Ну тебя нахер. Где ты, сучка? По концу ложись. Не понял. Ебать. Да ну тебя нахер, блядь. Ты чё, заёбываешь меня? Ты сдохнешь или нет? Охренеть их там, блин. Тихо, четверка, блин. Ебать, нахуй ты сралась. Ух ты. Ты. Пердец, нахер я палить начал с этого говна, блин. Где он? К чертовой матери тебя. Ох, херутень, блядь, ебать. Все, больше никогда в жизни. Нахрен, вот это лучше всего, блядь. Так, подожди. Что-то я вообще ах, немножко. Нахуярили. Обходи. Ага, это обход. Получается так, да? Так, подожди. Блин, тут столько ходов, столько этих самых путей. Путей сообщений. Тут это должен быть. Что это такое, я не могу понять. Смысл этого. Во. А еще. Еще есть? Где еще? Еще. Еще, еще, еще. А, вот. Сзади. Обернись. Это понятно, но я ж сюда мог пойти. Бля, ебать, чуть не обосрался. Ой. Сзади это понятно. Думал, там чувак. А, он еще один. Ладно, короче. Все, ну это петля времени. Каждый раз какой-то будет задрочка. Правильно, правильно. Открываем. Блин, что ж это за херня красная? Что? Помню я сигнализацию. От какой? Какой нахуй сигнализация, алё? Ничего нету, все нормально. Нигде нема. Ни к чему. Ни к чему. Ни к чему, конечно. Рычаг. Рычаги. Вечно с ними проблемы. Ага. Шо, блин, не успел. Самый долгий день. Но поскольку одна из заповедей программы ИОН гласит «Радуйся жизни», мы бы хотели в первый день порадовать себя настоящей наукой. Что? Вторая из трех заповедей. Заповеди написаны так, чтобы запомнили даже одноклеточные, вроде тебя. Сука. В общем, сейчас у нас буря аномальной энергии.
Тут 2, 3, 9. Так, кто там его заместитель? Этого убить. Быстро. Да ладно. А что? Завтра очнешься? Так мы проведем первый день. Надо было убить. Должен быть рубильник. Где-нибудь. Алло? Алло, бля. Алло? Алло. Отвечайте. Да пошла ты нахуй. Отвечайте. А где, бля? Чё? Должен быть другой путь. Другой путь. О, этот явно тут не просто так. Ну да. Что за... Ну, это издевательство. Так что выходит? Надо искать хренову батарею или... Что там такое? Да батарею уже взяли. Не тормози. Ставили. Ну, и шо? Ага. Взяли. А, она зарядилась, понятно. Сюда. Есть контакт. Ну, покажи, опусти. Что умеешь. Добро пожаловать, резиденты, говорит Егор Серлинг. Вы когда-нибудь интересовались, как работает наша любимая петля? Давным-давно на острове Черный Риф случился катаклизм, который разорвал ткань пространства и времени. Этот разрыв мы называем аномалией. Вместе с идеологами я основал программу ЭО, чтобы защищать и изучать этот феномен эфирного дисбаланса. Ну, а ваша задача — защищать и изучать нас и идеологов. Соблюдайте три заповеди. Если петля под угрозой, следуйте ПЗП. ПЗП. Черт, пленка уже закончилась. ПЗП у охраны на скале Фристат. Обращаться к начальнику службы безопасности. Он расскажет вам, как использовать ПЗП. Ебать. ПЗП. А, звучит серьезно. Противозенитно. ПЗП, бля. Воу. Это понятно, что киоск стоит на этом самом. Так а как его открыть? Бацей пушка? Да, значит, найдем это ПЗП. Так, потрошки. Патронов капец, как мало. Просто капец. Так, ну сейчас, секундочку. Да. Немножко увеличить звук. Вот так вот, на 80. Да. Тихо. Так, куда мне выйти? Ага, мне надо уйти вообще. Понятно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Парень. Годится. Все свои. Что там? Ночлежка. Там холодно. Нигде ничего. Оно гупает. Шо, ну где же это? Вентиляция. Это экспериментальный робот. Ага. Нести. Ой. Да. А куда его втыкнуть? Лаборатории. Ни хера не понятно. Я не ученый, бля. Я больше руками. Ладно, это не то, о чем мы подумали. Бросили, пусть. Нахуй мне нужен, бля.
Нахрен его можно взять? Ну шо? Экспериментальный шо? Эксперимент с резидумом. Он двигается? Или это я двигаюсь? А ну-ка. Вкрутили. Он же когда должен зарядиться. Это ничего. О, что это? Прочитать. Угу. Синтезирование держит массу. Так. Белок. Результате объекта. Минимальный материал из иных ременных костей. Возможности. Кости лица из других ремен. А, мазефака. А если сюда что-то положить? Положить. Ага. Хрен еще положишь. Почти. Короче, не положится она нихера. Ладно. О, прикольно. Эта херня тоже не нажимается. Это походу туда, что надо поместить. Ну да, какой-то кристалл. Это что такое? Вырисовательное весеннее. Сожжение доктор. Доктор Пидигрю. Мистер Пидигрю. Он такой был смелый мальчик. Я шучу. Так, тщеславный мальчик, я уже не помню. Эх, это было давно. Давай, неправда. Короче, делать тут нехрен. По крайней мере, наверное, скорее всего, сейчас. Мне надо оттуда. А нельзя просто выйти вот так вот, же самое, как я зашел. Можно взломать, уже взломал. Надо именно обойти, да? Там вон чувак стоит один. Там вон чувак второй. А еще есть чуваки? Вроде больше... Че, по воде идет? Нихуй, ничего себе! Шо, замерз, сука, да? Только кафе. Я помню, надо нажать. О, еще, нихера себе. Слышь, опасненько. Так, явно не туда, мне надо просто обойти. А нахрена мне обходить, если я в принципе могу просто пройти по тому же пути, как и... О, чувак, как я и пришел. Или все же постреляемся. Бля, заманчиво, сука. Нам же ничего не дают, правильно? Как же не постреляться, ну елки-палки. Если я не постреляюсь, это ну вообще, это неинтересно. Так, сейчас, подожди. Давай сейчас сделаем так. Блин, если я сейчас ставлю, сразу он будет стрелять, получается. А если я брошу, он не откроется, правильно? По идее, да. Да, он не... Он не активировался. Чувак, тут в шоке. Что там? Что там происходит, да? Что там такое? Ты куда смотришь? Отвернись. Что ты танцуешь, бабка? Блин, да отвернись же ты, сука. Старое говно. Лучше ложная тревога, чем настоящая. Да ты посмотри на нее. Вообще не отходит. У них, походу, какой-то есть тайминг, что... Если этот начнет идти сюда, то она войдет. Ну конечно.
Ага, там еще он. Не заметил. Так, а тот пойдет тогда, когда этот придет сюда. Я так понимаю. Автоприцел. Авто, ёпты, прицел. Хуяк. Хуяк, хуяк, еще хомяк. Так, ты иди сюда. А что у нас там еще есть? Там их двое? Не одна. Там где-то еще чувак есть. Ладно, так. О, годится. Самое оно. Или не самое оно? Самое оно. Интересно, у них... Что у них там вообще такое? У них там броня? И что у них там есть? Просто для интереса. Еще кто-то это? Я, получается, обхожу все вокруг. А где у нас тут трупы эти? Ничего не дали, да и хуй с вами. А, я думал тут. Шо? А, скрыть. Как же открыть? А. Вот тут можно, да, наверное? Хоп! Хоп! Хоп-хоп! Годится. Мне, походу, сюда не надо. Нахрена я вообще тут бегаю, вот скажите мне. Да это мне всю доту... Все интересно, блядь. Нахуй оно мне надо. Пошли, короче, отсюда. Сказано, и уходим, значит, уходим. Чего меня прет сюда? Пошли, будем с тобой интересней. Я что-то... Ух, какая большая. Такая... Це пиздец. Опа, опа. Опа, опа. Ага, вот и крутилка. Ага, все понятно. Так, а тут-то... Блин. А тут-то нету, да, рычага? Нигде. Не, о, бляха, побродил, и что-то досообразил. А он дергается так, сбоку на бок. Оп, ух ты, я даже не знал. Ну тут нигде нету, да? Нигде. О, патроны. Ситуация под контролем. Кольт, это ты? Бля, нахуй я сказал. Так, ладно, открыть. Может, заряжает ту хуйню? Ой. Так, открыть. Сюда. А я думаю, нахера тут рычаг, блин. Сюда. Это берем. Блять, цепануло немного. Побежали. Давай, давай. Давай быстрее. Открыли, побежали. Не понял. Ты чё? А, с тобой быстро нельзя бегать. Ёпта. Да не можно. Чё он тогда?
Хуяк. О, годится. И шо это? Ага. Мне надо туда добежать. Быстрее, 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 быстрее. Блять, не туда. Подожди, не понял. Воу, 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 воу. Ебать. Откуда вы нахуй? Перезарядка! Слышите? Тут вообще опасно, ребята. А как открыть? А, бля, где он, сука? Сюда нет, нельзя. Давай, 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 давай. Мне надо его обратно. Хуй, блядь. Сука. Чё за хуйня? И тут не выйти. А в чём прикол? Что-то я вообще нихуя не пойму. Слышишь? А как открыть? Блин. Тут что-то где-то. Нет. Блять. Еще один. Пизданет, скорее всего. Ой, блять. А как? Ну он сейчас хуянет и все, мне пизда, наверное, будет. Шо? Шо это за звук? И шо, на нем нихуя нету. Что-то сдохло в нем. Ну вот и что-то было. Пиз. Сейчас чисто попробуем. Это что же, по идее? Шо там, раз, шо? Раз. Блин. А шо? Где она? А где эта турель? А, тюб. Честно, я нихуя не понял. А как открыть? Чё он открывается? Алло. Блядь, долбоёб. Ой, сука. Сука. И что теперь делать? Я нихуя не сделаю, да? Туда я его не поставил. То я проебал. Блин. Обратно его поставить, ничего не сделал. А где он вообще делся? Ёпары с этой, это херутень. А вот она. В нем энергии нет. И поставить я не поставлю, не зарядится. А может вдруг он зарядится? Что? Эй.
Я не понял. А как мне туда добежать? Слышишь? Нихера себе. Ну если под... Открыли, да, туда-сюда, ладно. К примеру, взяли, побежали. Сюда пришли, тут открыли. И тут, пожалуйста, блядь. Ох, ебать вас дохуя. Хорош, ты ж так хорошо, так два раза. Я вижу предателя! Я вижу передателя! О, черт, это Кольт! О, черт, это Кольт! О, черт, Кольт! Давай. Годится, открываем. Ух ты, бля, вообще в хлам. Херасе. А, все? Не. Покидала ее. Берем. И как вот так вот можно будет добежать, да? Ну вот, если логически подумать, да? Надо быстренько-быстренько добежать. Сюда поставить, тут закрыть. Ой, быстрее, давай. Вот так закрыли, да? И типа вот так вот нажали, или нет? Ну, короче, суть я понял. Ладно, придется, короче, в следующий раз это сделать. Так, ладно. Пошли отсюда нахер. Все, выходим. Вышпиливаемся отсюда. На патроны. Ну, не жадничай. Годится. Да иди ты в пизду, бля. Не жадничай. Шо, е все мое. Не забывай все анализаться. Я не понял, куда мне... А куда мне, блядь, выйти? Алло. Нихуя себе. Я чё, не туда пошел? А карта есть тут? Где-то ж была. Ебать, прикол. Ну ладно. Как они возродились, если они сдохли? Еще ж петля не разъединилась. Мне показывают сюда, но это сюда я обратно войду. Туда же, откуда я вышел. Чё ты, блядь, нихуя нету. Надо было турель взять с собой. Пожалуйста. Тихонько. Тихо, пиздёшь. О, сюда идет. Ебать, да ладно. Лучше ложная тревога, чем настоящая. Да, ага, и не говори. Бля. Нихера себе, у него это самое. Ускоряется. Двадцать пулей. Что ты хочешь сделать, я не понимаю. Блять, в стену войти? Ага, она не пускает? Ладно. Сделаем вид, что я ничего не видел.
Во, вот уж мой выход, да? Да. Я что-то немного ничего не понял. Хватит мне патронов. Да ладно. На, отогрел, хватит. Трындишь, как дышишь. Ой, блядь, что-то не для... Ой, пошел. Ух ты, ебать! Ебануться надо. Ой, это что такое? У него пулемет, типа, или что? Блядь, два патрона, ну. Сука, не мог раньше перезарядиться, нет? Пиздец. Надо взять нормальный дробовик. Сейчас не надо. Все. Так, тут где-то жизни были. Не понял. Где-то ж я видел. Походу нету, ну ладно. А чё они вообще повозрождались, а? Это как так называется? Чё за хуйня, извините за выражение? Чё они, сука, ожили все? Откуда они вообще взялись тут? Все тут дохлые были, откуда вы взялись? С бункера, что ли? Блин, а как же... Что это было? А как же открыть? Эту шнягу, а? Введите код. Ну, это понятно, блядь. Был бы код. Да, здесь... Хопа! Видали? Видали, какие педали? Ладно. Так, там сходили, побежали дальше. Я там что-то подобрал. Какие-то два умения. Где там? Автозаполнение. Так. Да, надо валить отсюда. Так, вот сейчас петля перезапустится. А, ёпта. Да. Жизнь, конечно, тут тратится очень быстро. Вы выжили, но это ж хорошо. Я, походу, ничего не сделал. Только вот это. А так, киоск. Зеленый кампус. Капсуле, хроники, разрыв. Да понятно. Ладно, короче. Одно. Не почувствую себя наемным убийцей, двигаясь тише обычного. Прикольно. Двигаюсь тише обычного. Так, обыскать кабинет охраны. Неотложенные зацепки. Что у нас тут еще? Иди сюда. Угу. А, это следующее. Ага. Понятно. Так, это у нас что? Ага.
Мама, там, ага, все понятно. Ага, вот это вот. Так, вы получаете меньше урона от всего. Конечно, я не заметил, что я получаю меньше урона. Вы наносите и получаете меньше урона. Да это капец какой-то. Везде меньше урона, а в итоге я получаю такой пизды. Максимальное здоровье. Вот это хорошее, да? Это очень отлично. Так. Ну ты разве крадущийся хрень, да? Вы получаете меньше урона от всего. Тебе уже не бояться поймать пулю. Да, конечно, пулю. Или все-таки почувствовать себя. Не. Пусть будет так. А есть еще кроме одной подробности? Ну, прикольные подробности, хули ему сказать. А, о! Нихуя интересного. Блин, как я затупил с той ерундой. Капец. Может было реально не сражаться, а просто открыть жалюзи. Побежал. А там потом, конечно, встретил бы троих. А те бы сзади еще трое прибежали бы. Но я думаю, я успел бы выбежать. Итак, дети, что вы сегодня поняли? Ждешь, что я отвечу? Да, ответь. Ты уже понял, кто ты на самом деле? Это легко. Я люблю выпить. Иногда теряю меру. Меня тут все ненавидят. Я умею стрелять и за словом в карман не лезу. Хорошо одеваюсь и... Да, почему тут все носят маски? Ты забыл рассказать про свой поломщик. Я подожду. Сама ты поломщик. И знаешь что, я больше не поеду по твоим рельсам. Ну ладно. Тогда все на борт. Чух-чух. Наоборот, я тебе не поезд. Ладно, до станции пункт охраны. Чух-чух. Чух-чух, ёпта. Так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Увидимся в следующий раз.